Ну и давай посмотрим на варианты. Значит, шрифты. Конечно, комментариев твоих не хватает. Но вот этот вот приятный шрифт. Рожа. Надо было так шрифт назвать. Я думаю, что это русские разработчики. Больше никто не мог так простебать. Так, значит, вот эта тема выглядит слабовато с плашкой. Лучше использовать легкую тонировку всей фотографии. Плюс у тебя здесь достаточно чистый фон, голубой. Сама фотка эмоционально хорошая. Вот эта фотка круче. Она прям такая, ух. Вот этот черный, слишком уж он темный. 40% достаточно. Ты сможешь летать. Все видно. Чуть можно приподнять, чтобы затемнить горы. Мне нравится вот этот вариант. Этот вариант композиция слабая. Ни в коем случае нельзя подчинять композицию изображению. Надо наоборот искать изображение под композицию. Ну и здесь, конечно, нужно это все поднять. Кнопка. Вот так. Треугольником мы выделяем этого товарища. Что если его просто выключить? Ну вот, получился чистый достаточно макет. Так, что не нравится еще? 18, слишком много. 16, достаточно. И если у тебя нет капса, зачем нам разрядка? Логотип больше. Ну, не настолько. Менюшку можно сдвинуть и нужно. Экстремальные полеты в костюме белки. Это дескрипт. Никакой выключки по центру. Снова у нас тут разрядка. Можно сделать мельче и нужно. Повис предлог, перенос. Вообще делается вот так. Вот сюда, к логотипу, ближе, можно сделать 13. Хоть я не сторонник таких значений, но иногда приходится чем-то жертвовать. Вот так будет хорошо. Все стало на свои места. По поводу треугольника не знаю, что делать. Честно говоря, мне он не очень нравится. Так-то сама по себе геометрия приятная, и можно ее использовать, но, блин, что-то сомнение у меня. Вот такими инструментами, такими приемами мы можем привлечь внимание к объекту. Двадцать, а здесь 30. Давай тоже 30 сделаем. И прозрачнее. У нас с тобой и геометрия будет в итоге, и внимание привлечем. Чуть ниже опустим. Ну, я думаю, что вот этот вариант берем и работаем с ним. Фотка крутая, шрифт крутой, разрядку долой, не нужна разрядка. Так, сейчас сделаю вот так, схитрим. Вот эти ломаные выглядят хорошо. Почему бы и нет? Вот этот вариант берем и его причесываем. Эти два нет. В топку убираю сразу в черновики и больше к ним не возвращайся. А вот эта тема, да, интересная. И цвета такие прям
тонированные фотографии создают определенную атмосферу. Ну, в общем-то, комментарии мои, наверное, ясны. Продолжать нет смысла.